Эй, всем привет, ребята, с вами я, Your Name. Короче, мы сегодня проведем такой небольшой челлендж. Мы сегодня со Спуди поиграем на скинчике. Я его, если он меня победит, но естественно он меня победит, потому что я, короче, лох КС. Короче, он получит какой скин, который я выберу. Может, даже два. Ладно, все, поехали. Сделай рестарт, сделай. А, дистанция. А, сейчас я утих убью, подожди. Так, рестарт, я готова. Все, поехали, найс. Найс, я выиграем за ним. Ну, я сказал, что он меня победит. Пацаны, все раунды за мной, ну почти. Почти. Вот видите, это бесполезный кусок говна. Вот. Ну так, и что, у меня есть? Ага. У тебя полезно от кончу. Найс. Я сам не понял, как получилось, но ладно. Ну ладно, тоже пойдет, да? Нормально. Нормально тоже. Now is the time. Адам, та-дам. Ой. Вот это да. Я не могу в шоке сейчас. Я просто... Чё-то я тебя даже не увидел. Я просто куда-то резко навёлся, типа, в голову прописал. Это магия, не Хогвартса. Ой, звоните, не звоните, пожалуйста, в Хогвартс, ребят, не звоните. Ты когда вышел, я тебе прям... 37 хп, блин, пипец. Кстати, когда ты вышел, первый пули тебе в голову попал. Магия. А, ну да. Ваншот, ванкилл. Я с калашами умею стрелять. 7-4. Я вот люблю калаш. Это вантап. Вантап и топ. Блин, мешается. Ладно. Блин, сейчас. О, блин, не успеваю. Тупо нажимаю на кнопку как бешеный. В итоге сейчас 5-1. Еще до 16. Идет у нас, я тебя видел, блять. Блин, практически убил. 21 хп. Да, практически. Ну, найс. Тут на им картах лучше оружие это калаш, на самом деле. Он вантапами стреляет. Легче всего стрелять. На картах. А, стоп. Знаешь, ты сейчас убил? Как? Я присел, кстати, и тебе в голову прилетел. О, я это знаю, это мне говорили, короче, типа приседаешь. Да. Зажим, приседаешь. Оу. Ладно, 7-2. Нормально. Ребят, посмотрите, вот видите, вот это вот звание и вот это вот звание. Нормально, если поймет. Пойдет. А, короче, еще второй раз играем. Естественно. Блин, забыл стивенатин поставить. Сейчас меняемся как. Ну, команды. Да, ну, может, до 16 играем. Короче, чтобы это типа был не обман, мы даже покажем, типа, это, что он где отправляет от меня. Ауч. Я, кстати, не заметил. Я слепой просто. Ребят, простите, я просто не заметил. Ну, найс, вам пока что. А, блин, я не отошел, фак, я забыл спрятаться. Ну, хай, народ, что-то играет. У меня 60. Доставь поезд сейчас из-за записи. Grab your gear, let's go. Вот это да, я немного в шоке. Ребят, сейчас походу поиграем. Да не, нормально. Надо тащить. Ну ты меня затащи, это я точно знаю. Ребят, я сейчас... Мне придется привлечь... А это жестко было. Да это обычное дело, всего лишь убить первого Сильвера.
Покажи, покажи своим подписчикам мое звание и свое. Вот, просто нажми на мой аккаунт, не на свой. Бабах. Понимаете, почему я должен стащить? О, блин, это... Просто стреляешь, то есть находится противник, когда он вылазит. И так один раз в моем чувака убил, который не мог меня с СГ 53 убить. И он написал, что у меня 4. Ауч. 78 хп осталось, нормально. Это, короче, матч реванш идет у нас. 3-3 пока. Чё за террористов мне как-то сложновато стало. Да, так продолжаем. Чё? Минус 40, чё? Я вот этого сейчас не понял, ребят, честное слово. Я не понял, что за фигня произошла. Да. Вообще тоже не понял. Да, слышу. Get ready. This is a free fire zone. Да. Чё он делает, ребят? Видите этого человека? Это монстр. Ты чё делаешь? Чё за хэдшоты полетели? Сейчас прибегнем к крайним мерам. Прибегать ему к крайним мерам? Не надо. Ну все, я беру ямочку. Я брал класс, чтобы стать фантомами. Теперь я беру ямочку, ты меня разбил. Не надо им. Убийство всего за 0 секунды начало раунда. Чё? И ты тоже что-то не понял. А, блин, ты спрятался же. Там только твоя голова торчала. В которой немного пусто. Let's go. Так. Ты... Ребят, видите, это просто бессмертный человек, чего не умирает? Тимур. Это Г. 7-4. Нормально. Да не, все, пацан, ты ГГ. Еще раз давай реванш. Ну, вообще, нет, как бы я смотрю. Но я сегодня пока что все. Короче, ты получаешь один скин. О, посяп. Так, я сейчас выхожу. Халява, пацаны, халява. Играй с этим дебилом, чтобы выбивать скины. Как это классно. Так, из прошлого розыгрыша я помню то, что был. Так, вот этот был скин и вот этот. Ты мне сейчас кидаешь это? Как я знаю, ты хорошо играешь с 5-7 и много с чего... Ну, очень даже хорошо с него хэдшот додаёшь. А, в прошлой игре было видно. Ну да. Короче, ты получаешь 5-7 не из твоей дайми. Ты чё, серьезно? Он после... А, ну ладно, 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 хорошо. Он после полевых... сейчас я посмотрю, сколько он вообще на торговой. Сколько он у меня. Ребят, вы это видите? Просто мой красивый 5-7, который у меня есть. Тебя, слушайте, в прошлой игре, когда мы с ним просто один на один зашли. Он стоит практически 10 рублей, нормально. И, короче, мы зайдем. Я был столько... Я, короче, сейчас вот выхожу, и давайте сейчас я уже при вас отправлю ему. Все. Да, сейчас поговорю этим своим чувачкам. Короче, слушайте. В прошлой игре он был с любым оружием, а я только с пистолетами. Он не мог меня убить с ВП, а я его спиздос называется. Так, ребята, сейчас я вот захожу... короче, на его акк сейчас я немного вам сделаю ограничения в просмотре, чтобы вы не видели его аккаунт вообще. Так. Пусть смотрит, что пусть любует. Так, вот его акк, короче, ну, хотите, заходите.
Что заходить? Так, инвентарь. Ну, а ваш, вот, ваш инвентарь Counter-Strike. Че, мой инвентарь показываешь? Нет, я просто перепутал с твоим. Потом я увидел ваш инвентарь. Так, 5-7, неистовой даме. Все. Да, это подарок. Братан, ты понимаешь, у меня есть 5-7 испытание огнем немного поношенному. Так, все, мне вот пришло на телефоне. Давай, я жду. Так, сейчас подожди, я приму. Блин, долбанный грузит. Ава. Угу. Да, я вас жду. Так, отправить. Угу. Так, все, пришел. Говорит, двоеточие, понятно. Так, не свидай меня. Пришло? Да, пришло. Так, подтверждаю, принять или нет. Итак, смотрим его инвентарь. Все, принял. Спасибо. Так, вот он у него, есть все. Спасибо за просмотр, всем удачи, всем бай-бай, с вами был Юрный и...